В этот день, 70 лет назад, танковые корпуса подошли к оккупированному Минску. Операция «Багратион», в ходе которой 3 июля в далеком 44-м освободили столицу республики, стала решающей для нашего суверенного государства. О своей независимости мы обязаны прежде всего тем людям, которые воевали, освобождая оккупированные территории нашей страны. От имени участников войны я горячо и сердечно поздравляю вас с великим праздником. Я хочу сказать огромную благодарность администрации города за их работу, за их внимание, за то, что они не забывают нас, постоянно о нас помнят. Сегодня, в канун Дня независимости Республики Беларусь, в Гродненском горосполкоме прошло чествование и награждение ветеранов Великой Отечественной войны. Председатель городского совета депутатов Анатолий Никитин и первый заместитель председателя горосполкома Борис Федоров вручили участникам войны и узникам концентрационных лагерей юбилейные медали к 70-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Я хочу поздравить вас с наступающим праздником, великим нашим праздником. Пожелать вам, сказать вам, во-первых, спасибо за ту помощь, которую вы всегда оказывали и оказываете и органам власти, и школам, вообще учебным заведениям. Откликаетесь на все наши призывы, помощи. Ваше слово всегда веско, важно, имеет серьезную силу. Также поздравить наших дорогих ветеранов пришли музыкальные коллективы. Уже завтра по всей стране пройдут торжественные концерты, а вечером горожан ждет традиционный праздничный салют. Диана Шитик, Юрий Дубовик, Новости Гродно+.